Всем аулам гадают, что же произошло. Сколько они себя помнят, там была только холодная вода. Первый раз такое чувствую, слышу, вижу, что со скважины вода пошла горячая. Что-то необычное, это сенсация такая. Лечебные истоки будут, горячие истоки будут. Житель села Айртау Дмитрий Кенни купил этот участок прошлой зимой. Все это время, говорит мужчина, из скважины бежала только холодная вода, а на днях полилась горячая. Ошарашенные хозяева не сразу, но все же нашли применение горячей воде в хозяйстве. А к необычному источнику выстроилась целая очередь. К слову, глубина скважины почти 30 метров, а температура воды с каждым днем поднимается, говорят сельчане. По последним замерам она достигла уже 25 градусов. Скоро в деревню должна приехать группа экспертов. Они-то и сделают необходимые пробы чуда воды. Судя по всему, под землей находится радоновый источник. Если сейчас она не будет так дальше горячая, я тогда домой паровое протяну, сделаю и все. Печку не буду топить.